Рассказывай, как тебе игра? Впечатление? Ну, нормально. Надо было забивать, на самом деле, больше. И второй забили бы, я думаю, что там прорвало бы. А так, немножко халатных моментов своим. Ну, тяжело. Поле где-то еще погода. Сложно, спокойно. Ну, типа, абсолютно контрольно у нас ворот ничего опасного не видел. Все нормально. Как тебе первый матч, Василий Евгеньевич? А? Как тебе Василий Евгеньевич? Ну, нормально, в целом контролировали игру, ну, то есть играли первым номером абсолютно все. Я говорю, просто в отличие от игры на спорте, где мы быстро пропустили и надо было отыгрываться весь матч, а здесь мы забили и владели мячом. Поэтому выиграли игру. Кого хотел бы в сопернике на четвертый? Кого хотел бы в сопернике? Соперники? Слушай, да любые, будем сейчас наблюдать. Мы сыграли, получается, в пятницу. Ну, если выбирать, Тудроц или наши парни? И тех хотел бы. Но Тудроц рано как будто. А? Тудроц рано. Тудроц рано. Мы, наоборот, хотели сразу после матча за третье, где мы проиграли. Очень хочется отыграться. Но это можно сделать в Краснодаре? Ну, это уже не к нам вопрос. Можно сделать четвертьфинал в Краснодаре. А полуфинал, ну, лучше. Ну, типа, это уже не к нам вопрос.